Утро добрым бывает. Участники зарядки выходного дня знают это не понаслышке. Вот уже больше года каждую неделю в Саранске, а порой и за его пределами, в муниципалитетах проходят утренние разминки от чемпиона мира по мотогонкам на льду Максима Захарова и его семьи. В этот раз ее решили провести на площадке 32-й школы. Зарядку приурочили в том числе к замечательному всероссийскому празднику. 15 октября по указу президента с 2021 года отмечается в России День Отца. И поэтому мы сегодняшнюю зарядку посвятили именно этому празднику. Зарядка была очень массовая. Начать свой день активно и бодро решили не только ученики и педагоги, но и обычные горожане, которые стараются не пропускать ни одну зарядку. Многие приходят на разминку с семьями вместе с самыми маленькими спортсменами. Обязательная часть зарядок выходного дня – общение со спикерами. Каждые выходные они делятся полезной информацией и напоминают о важных правилах. В этот раз с участниками разминки побеседовали представители госавтоинспекции. За 9 месяцев текущего года на дорогах республики произошло 69 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 детей скончались и 70 получили различные травмы. Эта цифра очень большая. И, к сожалению, в некоторых ДТП виновниками являются и дети, и родители. Если мы говорим, допустим, о перевозке детей в транспортных средствах, то не все родители пристегивают детей ремнями безопасности, усаживают их в детское автокресло. А это нужно делать обязательно для безопасности детей. Полезной беседой разминка не ограничилась. После нее провели веселые старты. А затем традиционное чаепитие с работой пылевой кухни. Зарядка выходного дня удалась. Позитивный заряд получен на всю предстоящую неделю. Юлия Мамаева, Екатерина Геранюшкина. Народные новости.